Нет. Здравствуйте. На улице замечательная, хорошая погода, и мы переносимся сегодня на Гавайские острова. Белорусы нас работают! Замечательная природа, работа бедрами и всем телом. Руками мы рисуем красивые истории. Будь то солнышко у нас, которое всходит и заходит. Пусть это водопад, который на Гавайях все время журчит и разносит свою прохладу. Кто ее учил движением? Да. Сейчас попробуем вместе под мою историю потанцевать. Самый традиционный привет для Рома, нас это... Вот так... Здравствуйте. Мы приглашаем вас. Не так быстро. По-русски. Мы русские. Водопады. Только так. Вокруг красиво. И солнце на наше входит и заходит за гору. За гору. И красивые девушки на Гавайях танцуют там. Ой, смотрите, все на отмене. Я сам же не понял. Что это было? Красивые девушки на Гавайях. Красивые девушки на Гавайях. Сейчас. Петь и веселиться. Мой мог на короче. Еще раз повторяем. Петь с нами. На Гавайские острова. Как говорок. Как это нравится, а? Ну что, говорок. Водопады. Нет. Водопады. Водопады вот. И вокруг красиво. Все, что запомнила. Солнышко. Очень его мужа. Я также наступила на твоего мужа. Да, а я почки. И девушки. Девушки. А когда мы обрабатываем? Девушки, мальчики. Настроение поднимается. Да не поднимается. Зачем мы так споем? Зачем мы так танцуем? Так все уже закончилось. Что-то поднимается, что вы сказали. А музыка там где? О, все, Гавайские острова. И пошли. Водопады. 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 Все за Вовы. Скорее, я не умею. Ты зачем качаешься? Бедра не надо качать, они сами не включают. Жопой вправо, жопой влево, жопой вправо, жопой влево. Я сейчас лоботохнула. Ой, Оля, давай, ну что, покажи, как мне надо жопой там сделать. Бля, говорит, давай ты давай, со мной. Давай, жопой, подожди. Ай, блин, я все испортила. А где там твой мальчик, девочка, а мы тут что с тобой делаем? Дураки, блин, вообще. Дураки. Дураки. Сейчас научусь.
Нет, не так. Поставь. Почему девушка до припадка довел? Мол, первый! Что тут еще два? Я не умею вести. Корявый. Давай. Шевели пулками. Ла-ла-ла-ла. Она манит меня! Она манит меня! Нет, пожалуйста! Как я думаю? Она манит!